Владимир Прокопенко, компания «Звенбург». Нас с компанией ИСС связывают давние сотрудничества, поэтому хочу пожелать успеха в этой компании. Канал «Право ТВ», директор по развитию Владимир Базанов. ИССу могу пожелать только еще 5, лучше нет, 15 спутников к следующему 30-летию. Роман Корольский, ТРК «Украина». Хотим пожелать компании ИСС процветания, развития и чтобы она всегда оставалась надежным партнером в нашем телевизионном мире. Черний Анатолий Николаевич, я технический директор телеканала «Интер». Очень приятно. ИСС «Сириус» знаю, ну, по сути, с их рождения, можно сказать, при нынешних еще их именах. Компания мне очень нравится. Надежные, замечательные партнеры, приятные люди. Вообще ни разу нас не подводили, за что им огромная благодарность. Алитинский Алексей, директор компании «Квантэфир». Процветание, успехов, удачных проектов, партнеров, друзей. Просто всего самого лучшего. Меня зовут Евгения Хворос, я директор дистрибьюции «Вертикаль ТВ». Благодарна очень компании ИСС за приглашение. Чего хочу пожелать? Самое главное – это успехов в их начинаниях, продолжениях. Вот. Ну и покорение новых космических горизонтов. Александр Айданов, телекомпания ТЭТ. Медиагруппа 1+1. Ну, надеемся отпраздновать 30-летие. Сотрудничаем уже 14 лет за стабильность, ну, надежность и очень хорошее дружеское отношение к клиентам. Сергей Таранов, украинский медиахолдинг. Компании ИСС желать чего-то нового трудно, потому что стабильная, хорошая компания. Сотрудничаем мы, слава богу, я не знаю, сколько даже. Десяток лет так точно, наверное. Поэтому очень приятно с ними работать, потому что никогда у нас не было никаких эксцессов, там каких-то проблем. Всегда ребята шли навстречу.